12 августа 1945 года. Впервые после 4 лет войны в Москве на Красной площади состоялся традиционный всесоюзный парад физкультурников. Под гербами 16 республик собралась 23-тысячная армия самых лучших физкультурников нашей страны, олицетворяя дружбу и силу народов Советского Союза. Молодо и нарядно выглядела в этот день площадь столицы. Физкультурная молодежь братских республик вышла на Красную площадь в своих национальных костюмах. Они пришли сюда, лучшие спортсмены советского государства, из городов Прибалтики, с полей Украины и Белоруссии, из знойного Туркменистана, Узбекистана, плодородных степей Молдавии, солнечной Грузии и Армении. Тысячи москвичей направляются к своим местам на трибунах. Руководители партии и правительства направляются из Кремля на Красную площадь. Товарищ Сталин! Руководители партии и правительства Советского Союза. Сюда же были приглашены генерал американской армии Дуайт Эйзенхауэр и посол Соединенных Штатов Америки в СССР господин Гарриман. Принимает парад председатель Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта при Совнаркоме Союза СССР товарищ Романов, секретарь ВЛКСМ товарищ Михайлов и секретарь ВЦСПС товарищ Тарасов. Командует парадом генерал-лейтенант Синилов. Участники всесоюзного парада, сказал товарищ Романов. От лица миллионов юношей и девушек, рабочих и работниц, колхозников и колхозниц, вы демонстрируете здесь свою боевую готовность, сплоченность, несокрушимую дружбу и единство народов Советского Союза
безграничную преданность Центральному комитету большевистской партии, советскому правительству, нашему вождю, товарищу Сталину. Парад открывает головная колонна представителей союзных республик. Российской Федерации, спортсмены Украины, физкультурники закавказских республик, в их рядах прославленные альпинисты, гимнасты, чемпионы и рекордсмены Советского Союза. Физкультурники Средней Азии. Самой Северной Республики, делегаты Карело-Финской ССР. Физкультурники Молдавии. Спортсмены Прибалтики, делегаты Литовской, Латвийской и Эстонской ССР. Самое молодое спортивное общество – трудовые резервы. Ленинградский орден Ленина и ордена Красного Знамени – Институт физической культуры имени Лесгафта. На Красную площадь вступили колонны спортивных обществ, профсоюзов, представители всех профессий. Шли те, кто вооружал, кормил, одевал и снабжал всем необходимым Красную армию.
Спортивное общество «Крылья Советов». Молодежь советских авиационных заводов. В рядах общества «Крылья Советов» мировой рекордсмен по поднятию тяжестей Григорий Новак и мировая рекордсменка в беге на средней дистанции Евдокия Васильева. Физкультурники спортивного общества «Зенит», оружейники, бесперебойно снабжавшие Красную Армию пушками, автоматами, винтовками. Спортсмены общества «Медик». Спортивное общество «Металлург». Спортивное общество «Строитель». В рядах общества мировой рекордсмен по поднятию тяжестей Косарев и один из лучших боксеров страны Огуренков. Спортивное общество «Энергия». Спортивное общество «Большевик». Ордена Ленина, общество «Спартак». Высокую правительственную награду получило это общество за массовую физкультурную и спортивную работу. На Красную площадь вступили спортсмены самого популярного в стране Ордена Ленина добровольного общества «Динамо». В рядах этого общества 61 чемпион и рекордсмен Советского Союза. Торжественный марш физкультурников замыкает колонна велосипедистов. Начались спортивно-гимнастические выступления. Красная площадь превратилась в пионерский лагерь. Зажегся традиционный пионерский костер. Thank you.
школьников сменяют спортсмены Эстонии. Латвийская делегация. Выступление спортсменов Прибалтики завершила делегация Литвы. Народный танец «Косари». В всесоюзном физкультурном параде участвуют спортсмены самого молодого общества «Трудовые резервы». 3500 юных ремесленников заполнили Красную площадь. Ученики ремесленных училищ отлично совмещают производственное обучение с физической подготовкой. Thank you.
Физкультурники Молдавской Республики исполняют свой народный танец «Молдаванеска». Площади прославленные мастера водного спорта. Делегация физкультурников Карело-Финской Республики. Карело-финская делегация закончила народным танцем «Сапо». Вслед за карело-финской делегацией на площадь вышли физкультурники Киргизии. Сменила туркменская делегация. Выступление физкультурников Таджикистана. Thank you.
студенты Московского энергетического института имени Молотова. Физкультурники Казахстана. Выступление спортсменов Узбекистана. Ленинградский государственный орден Ленина и ордена Красного Знамени Институт физической культуры имени Лесгафта. Орденом Ленина институт награжден за образцовую подготовку кадров советского спорта. Орденом Красного Знамени за подготовку боевых резервов, за боевую деятельность в партизанских отрядах в годы Отечественной войны. Делегация физкультурников Армении.
спортсмены Грузии. Делегацию Грузинской Республики сменили физкультурники Азербайджана. На площади 1300 гимнастов добровольных спортивных обществ, профсоюзов. Физкультурная делегация Белорусской Республики. Выступают физкультурники Украины.
Спортивно-гимнастические выступления совершают студенты Московского ордена Ленина Института физической культуры имени Сталина.